В регионе ведется активная работа по модернизации объектов здравоохранения. Актюбинский медицинский центр, Хромтауская и Алгинская районные больницы, медколледж. Вот далеко не полный перечень учреждений, которые сейчас обновляются. Уже есть планы по капитальному ремонту на следующий год. Подробнее о проводимых и предстоящих работах рассказали в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций. В первую очередь упор в проводимых работах по капитальному ремонту делается на объектах, построенных еще в прошлом веке. Многие из них уже давно требовали модернизации, и поэтапная деятельность в этом направлении активно ведется. Более того, уже есть масштабные планы на следующий год. В следующем году у нас будут проводиться капитальные ремонты БСМП в городе Актобе, АМЦ в Актюбинском медицинском центре, в детские больницы, городской детской больницы, областной детской больницы. Также мы планируем провести отдаленных селах, таких как в Байганинском районе, у нас есть опорные поселки названием Оймаут, Диар. Я посетил более 80 медицинских учреждений в поселках, в селах. И с уверенностью могу сказать, что материально-техническое оснащение и на сегодняшний день состояние оставляет желать лучшего. Безусловно, требуется ремонт как в сельских, так и городских учреждениях. И уже сейчас ведутся работы по обновлению городской поликлиники номер 2. Модернизируется Текибийская районная больница. По причине весенних и осенних осадков в здание попадали талые дождевые воды, что мешало оказанию качественной медицинской помощи. В Актюбинском медицинском центре тепловые сети были действительно в плачевном состоянии. В этой связи мы их выбрали на первый план поставили и решили его отремонтировать. В Хромтауском центральном районе больницы проводится капитальный ремонт вентиляционных систем. В Алгинском районе есть пищеблок, который построен еще в 60-е годы прошлого века. Конечно, мы максимально его решили демонтировать, и с нового материала мы его сейчас возводим. Также в городе Актобе медицинский колледж, она тоже устарела, мы его там тоже проводим капитальный ремонт. Отметим, что в регионе также проводится масштабная работа по возведению новых объектов здравоохранения. В частности, уже строится 29 медицинских учреждений, что также позволит повысить не только охват, но и качество оказываемой квалифицированной помощи жителям даже в самых отдаленных населенных пунктах. Николай Сырбов, Армандос Магомбетов, телеканал Актобе.